гостиницу. Как же нам попасть к этой гостинице? О, а тут бассейн запущенный. Цветочки нравятся? Пахнут? Ну, это еле-еле. Я, кстати, эти еще не нюхала. Смотри, кошка развалилась. Вот котам везде можно ходить. На любую частную территорию. Ты дикая или нет? Я тебя не буду обижать. Возмущается? Да. Ну ладно, не трогай, ну что. А, ты мявкаешь. Пошипела, теперь мявкаешь. Я не буду тебя обижать. Симпатичные домики. Где есть, на пансионат или частный? Так, а вот она, эта гостиница, к которой мы шли. Угу. Поближе гостиница. А это что за дырочки? Какие дырочки? А, вот я думаю, что возможно, там какие-то насекомые, может быть, яйца сделали, а потом вылупились. Жалко. Вот интересно, это недостроенное или это уже было построено и потом разрушено? Ой, глянь, вход открытый. Пальмы, смотри, заросшие, видишь, живые еще, а не стригут их, смотри, сколько лет их не стригут. Их же надо стричь, чтобы такого не было. Само отпадает. Мама, я пойду вовнутрь посмотрю.